Доброго времени суток, с вами JS. Я говорю таким идиотским псевдосексуальным голосом, потому что в последнее время насмотрелся всяких ебанутых летсплейщиц, блять. Так, по-нормальному теперь. Всем привет, с вами JS. Меня давно не было, потому что меня до сих пор еще не уехали блядские родственники, но сегодня они куда-то съебались, так что я подумал, чуб не записать летсплей на альфа-версию Among the Sleep, или же посреди сна. Вообще, я не хотел притрагиваться к этой игре до ее релиза, но любопытство взяло свое, да и судя по отзывам, она очень короткая, там минут на 10 вот эта вот альфа. И я решил попробовать. У меня сразу же возникли траблы, потому что с фрапсом она вылетает в начале, если его включать, но я кое-как наебал систему, и вот сейчас тоже нужно будет выключить, когда будет плей-айф, потом включить, блять, и потом, если она вылет, то я просто бьюсь об стену. А, и да, сразу буду честен. Она... даже покажу. Вообще, без тормозов она идет на хай, там еще есть экстрим, но без фрапса. С фрапсом, соответственно... Короче, та же байда, что со Slender The Arrival. Прям один в один просто. Так тут она еще и вылетает с фрапсом. Не знаю, вначале вот вылетает. Если дальше так будет, то будет очень плохо. Итак, начинаем. Блядь, дебильный привычка. Зачем я смотрел эту ебаную принцессу? Всю жизнь мне сломал. Начнем, короче. Чтобы не проебать момент, когда нужно будет отрубить фрэпс, а потом сразу же врубить. Она, в общем-то, будет скоро. Когда будет клик, то континь. Так, направление я поменял, чтобы контрол не было. Ненавижу, когда контрол. Я переставил на цену, тут все просто. Итак, начнем. Ну, кажется, я наебал систему. Да, она не вылетела. Ура. Да, это игра Crewbuy Studios. Что-то там пиздишь, я спать хочу. Я маленькая мелкая тварь. Маленькая мелкая, блядь. Окей. Я рад, что тебе там мама пела песенку. Дай мне, блядь, поспать. Охуенная песенка. Это даже лучше, чем Now Lay Down to Sleep. Soul to Keep и ала-ла-ла-ла. Так. Что-то хотел сказать и забыл, блять. Ну, где там я? А, до этого у меня был летсплей на игру The Plan, да, от этой же студии. Там муха летал, помните, вот. В общем, больше никаких проектов я у них не видел. Ну, вот уже очень давно все говорят о Among the Sleep. Выйдет она в конце этого года, насколько я знаю, если релиз опять не перенесут. Ну, посмотрим пока альфа, что. Ой, это Мишка левитирует, блядь. Там где-то, там Гарри Поттер, короче, за дверью прикалывается, я знаю. Ну нахуй, не вылетай. И даже, кстати, на медиум она с фрапсом подлагивается. Может, заметьте? Ну там, хоть лоу, хоть very low ставь, все равно будут тормоза с фрапсом. Я не знаю, что такое. Короче, блядь, эй, воу! Зачем мне отвезти куда-то? Гарри Поттер вообще слишком шалун, блядь. Отъебись. Только вот здесь не надо, чтобы летать. А, нет, тут как бы нет заставки. Здесь больше не будет. Ва, окей. В этой игре заставка, потому что на заставках она с фрапсом вылетает. Короче, я уже все перепробовал. Совместимость, несовместимость. Вообще пишут в комментах, что она идет только на 64-битной семерке там и так далее. Либо вообще на чем-то 64-битном. У меня же все. Вау. Круто. Ебать, какой спринт. А, это я наоборот встал. Что за волшебный сундучок Black Cross? Нет. В кубике можно там фак написать, например? Фак, блядь, бери его. Не так. Ну я хотел, короче, ну вас нахуй. Вау, да тихо ты. Ха, это же Грампи Кэт, короче. Блядь, ну, я хочу с ним пойти, он будет меня защищать. Но похоже, он дохуя тяжелый, так что я не смогу ничего сделать. Check it out. Шарик, можно мне встать лучше? Так. Охуенно открылся, я поебал. Так, ну... ну да, я так не посмотрю, что там. Начальник, может, был заметить, там, да, написали, что качество альфа-версии может не соответствовать с качеством конечного продукта, но это логично, да. Так, короче, в этой комнате мне нехуй тут делать. Пойдем дальше. Так. Блин, что-то темно. Ну я буду идти, я же просто охуенный чувак. До этого, если кто помнит, у меня был летсплей на игру Baby Blues. Это что-то типа пародия вот на Among the Sleep. Я больше уверен, что те чуваки просто решили так спиздить идеи немножко.
Грагэшн была неплохой, но до этого качества, конечно, и не дотянуть. Чё я, собственно, передвинул, идиот? Кто там? Вау. Что? Ключ? Блять, вот только не надо. Ну где здесь ключ? Ну что, опять ползать? Как... Не говорю только, что они отодвигаются там или типа того. Здесь он будет хотя бы как-нибудь подсвечиваться. Возможно, ключ был у меня в комнате. Ненавижу играть мелким пустяком и искать ключи, блять, это просто вымораживает. Серьезно ключ, да? Не, ну может ты откроешься так? Может вот другой кнопкой мыши. Короче, ладно. А то он же спринтует, я забываю. Офигенный спринт. Надеюсь, что здесь где-то у меня... Что? Я сейчас не нажимал. Чё ты сел-то? Где тут может быть ключ, а? Блядское мещанство. Еще одно блядское мещанство. Может быть здесь? Да, блядь, нет, ящик звук крикует. Странный. Да, блядь. Короче, здесь какая-то ебанутая одежда. Это туда я не достану. Возможно, ключ был в том... Блядь. Ну тут нет в сундучке ключа. Ну вы чё? Ладно, может быть здесь. Прыгать он здесь не может, насколько я знаю. Ах ты, господи, да боже мой. Ну а где еще блядские коняшки? Ну, я не вижу абсолютно ничего похожего на ключ. Как обычно, умудрюсь, блядь, заблудиться в трех соснах, а? Не заблудиться, затупиться. Что там все кряхтит, блядь? Туда вообще можно как-нибудь пролезть? О, вот, стоп, стоп, стоп. Да нихуя это не ключ. Логично было, что он где-то здесь. Но тут темно. Может быть, он здесь. Что с тобой происходит, эй? Блять, мальчик. Фрэджайл, фрэджайл. Окей. Ну что такое? Блять, придется отрубаться искать ебаный ключ. Ты, может, встанешь, блять? Блять. Встань. Встань, иди. А-а-а, вот оно что. Так можно, короче, лазить. Так, это в корне меняет дело. Короче, потащили эту хуйню туда. Легко, блядь, сказать. С кем ебаным, блядь. Не видишь, что здесь... Такая же хуйня, как в Слендер. А, нормально. Надеюсь, что я туда его тащу. И вообще, это то, что я думаю. Значит, он где-то наверху, он, наверное, на тумбочке должен лежать. Но я так... Думаю! Эй! Она, короче, не пролезает. Не, стоп, 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 стоп. По-моему, не рассчитано, чтобы она там пролезла. Хватит там чихать кто-то на заднем плане, а? Перестаньте. Так, наебем систему. Либо она вообще туда... Так, о, что? Что? Что за? Что за? Может, ему тут так еще может лазить, я не знаю. Блять, да он просто Лара Крофт какая-то ходячая. Нахуй торшер, нет. Ну вот так я смогу открыть верхний ящик, и там по-прежнему блядская одежда. Серьезно, чуваки, это совершенно не смешно. Зато я научился лазить, ура. Так, ладно, залезем, больше, блядь, некуда. Ну ты столько вот сюда залезть, куда я, в принципе, хотел. У него какой-то блюр начинается, когда... Бля, что ты делаешь, а, мальчик? Давай как Mirror's Edge, короче. Ну, ёпта. Ну, что? Ну, что он не хочет лазить, а? Что он такой блядский? Бэби Брюс и то был охуенный, он там даже орать умел. Может, вот так можно залезть? Может, он вообще открывается? Да не, сомневаюсь, что там ключ. Бать! Значит, он где-то там. Либо мне просто нужно было на дверь, что ли, залезть. Чтобы... Может быть, это вот этот он имел в виду этот защёлк отодвинуть, я не знаю. Возможно, все так и есть, и я, как обычно, тупил. Но это будет вдвойне забавно. Наверное, это вот это и было. Или... Ебануться, блядь! А нахуй значок ключа отрисовать, а? Иди нахуй, короче, блядь, заебали, ёбки. Так, ладно. Надеюсь, больше не будет таких охуительных тупников. Что? Это... Хватит там рыгать, а? Мой мяч компаньон, блядь, закрыт все. Ладно, сюда я даже не хочу, в общем-то говоря.
А что здесь? Здесь темно. О, дверь какая-то. Она вообще не юзабельна. Я на всякий случай должен прочекать. А, он, типа, когда устает, он начинает ползать. Но мне, наверное, нужно, чтобы ты ходил, ты заебал. Ходи. Да кого там, блядь, душат, а? Серьезно. Что это? Давай в Нарнию, короче. Окей. Чувак. Что, опять там что-то нужно куда-то лезть? Ну, я пошел в шкаф дальше. Заебали. Все. Это шкаф же. Я не могу закрыть. Кто-то там чавкает, блять. Я понял, что это в шкафу. Что, я дверца открылся. Ну, я не знаю, как тебе помочь. Наверное, вот так. Он туда не лезет. Тут не очень эту херу нужно с собой тащить. А, нужно выдернуть тебя, я понял. Да, прям Half-Life 2 какой-то. Ну я помог тебе, чувак. Это мой мишка. Прикольно. Лол. Что? Твою мать найти? Зачем мне искать твою мать? Я не знаю. Ну ладно, пошли искать. Это вообще что это? Машинка. Короче. О, теперь я больше себя вижу, я такой забавный. А, офигенно, автоматические калитки, да. Пошли уже быстрее. Чему тут лагать, а? Ну кто-нибудь не может объяснить, чему бы лагать Slender the Arrival, а? Блять. У меня багет от того, что разраб не хотят нихуя оптимизировать. Конечно, красиво, да, для Индии, не спорю, блять. Давай возьмем огнетушитель, он понадобится. Лалка ты... А, это господи, Apple тут стоит. Сейчас сказать, я не могу тут убрать стул. Ползти ты могу. Е-е. Эй. Вставай. Так, слава богу. Не откры... О, давай посмотрим телек. Звонок, короче, очень страшный, прям пиздец. Так, что? Опять кавка какая-то. Пузика чешешь. Валка. Главное, ниже пузик не опускайся пока. И все будет нормально. А то тебе не до игры будет, и не до мамы вообще, и не до хэх. Что это вообще? Я хочу посмотреть. Зло. Зло 3, давай. Ух ты, он уже гамает, короче. Дэнди. Гумпад, блядь. Так. Окей. Окей, часы. Что? А, ну это нормально. Паранормальное явление просто велось. Че ты все рушишь мою кухню, а я не знаю. Может тебя тоже нужно спасти, чувак, привет. Блять. Не опускайся тут. Что? Я думаю, здесь меня никто не может ёбнуть. Но я, по крайней мере, на это надеюсь очень сильно. Так же, как Baby Blues. Да вообще это альфа. Я не дотягиваюсь. Блять, не дотягивает же. Еще мне тут нужно стул, что ли, притащить там или типа того. Ты можешь стулья таскать? Пошли со мной. Давай, блять, мистер Чер. Ну. Окей. Так. О. Фу, залез. Уж подумал, что опять будет тупить. Так. Куда я вообще попал? Ебнячие дома, а? Я и так мелкий пиздюк, они что-то ебенячие дома делают, а? Что? Да опять я понял, что огнетушитель идет какая-то неебическая хуйня. Так, сюда, слава богу, не идет. Окей. Делать тебе нечего, мелкая тварь. Полез куда-то, блядь, посреди ночи. Заорал хотя бы там, мама, что там? А, так, ну туда явно нельзя. Окей, пойдем. Это что вообще? А, это стул. Типа думать, что вместе темно и страшно, да хуй бы угадали. Вообще поебать. Я хочу вот эту сопящему ёбку набить ебало просто. Что в Baby Blues мне заебали там всякие сопения, блядь, что здесь. Чё, хотите сказать опять? Они хотят, они издеваются надо мной просто. Здесь что я могу сделать? А как я сюда залезу? Может что-нибудь тут есть еще? Это какая-то блядская одежда, отъебись. Не, серьезно? О, подождите.
Что? Что такое? Ну, да! Может, что-нибудь туда притащишь? Вот давай, короче, соорудим вот такую фигню, короче, из тапок и залезем туда. Я уверен, что это прокатит. Так, ну... Ты чё тапку бросил, Пузик свой только чесать можешь, блядские дети. Так, ладно, может, всё нужно что-нибудь притащить всё-таки. Мне кажется, в комнату нельзя... Да ёпта, что с тобой происходит, а? Ну вот, сейф, например, короче. Не, я думал, сейф не дотащит. Ну я не знаю, блин. А. Да ёпта, а что так темно? Просто нихуя не видно, мне это багетит. Блять. Ну отсюда... Не, ну тот стул был как минимум дебиль... А, может вот эту фигню? Может её убрать? Короче, тут дверь откроется. Ноп. Блять, он нормально здесь не бегает, из стороны в сторону. Ну вот, так же чё, охуенье, блядь. Нет, ты встань, мне так не нравится, как так делаешь. Так, идея с тапками меня не прокатила. Ага. Так, ну да, как я... Наверное, так всё-таки нужно... Да не чеши ты своё пузо, блядь, извращенец. Давай. Так, так, например, вот так. О, кажется, до меня дошло. Окей. Так, ну вот так, я думаю, да. О, блядь, какие-то неебические прям геймплейные моменты, что прям вообще попроще нельзя бы как-нибудь это сделать. Ну хотя, для двухлетнего мелкого пиздюка, бля, по-моему, там кто-то стоит от кровати. Дай-ка же залезем под кровать, нахуй. Сказал, залезем под кровать и будем здесь спать. Все. Но... Ну, ведь остальные яйца, он хочет, блядь, идти в клуб, блядь, блядского дома. Что, опять здесь? Не понял. Чего от меня хотите? Так, а, ну может... А, там мама, наверное, должна быть, да? Ладно, полезу к маме, короче. Угу. Ха. Я подхожу к ней сзади. Достаю свой большой планшет. Что? Эй. What the fuck? Короче, я знаю, что делать. Короче, я знаю. И что, никто не вышел? Да ну нахуй. Я тут прям как Сэм Фишер уже все спрятался, а вы, блядь. Ой, ладно. Где твоя блядская мама? Это уже довольно долго. Не 10 минут, с учетом того, что я первые 4 минуты тупил с этой первой дверью. Все равно это больше же, чем 10 минут. Но видно вывод в том, что я тупой и медленно играю. Блядь, сука. Ага, там она поет, короче. Так. Что, я опять пришел обратно? Стоп, что? Его как? Я сейчас нихуя не понял этот момент. А, то есть обратно, что ли? Ну, логично, если дверь-то открылась. Так, короче. Что? Блять, кошка! Сука. Не надо так спрыгивать у меня за спиной, а. Так. А здесь вот точнее? Да встань, ты, блядь, меня бесишь, а! Сейчас буду хотеть, чтобы тебя выпили. Кто-то закрылся-то, блядь. Дурацкая дверь. Так, короче, нужно идти, наверное, обратно. Я слышу, что она где-то поет. Во, в холодильник, короче! Блядь. Что? Что вообще написано? Ост, лайк, фрокост. Что? Блядь. Я хочу там, короче, свет в конце туннеля в холодильнике. Короче, ладно. Наверное, там что-то как всегда поменялось, да? Вау! It's really... Похож был на... Блядь. Сплайсеров из Биошока. Вот этот чувак с ножницами там были, что... Реально. Блин, я так хожу забавно, что пиздец. Чё? О, я хочу туда. О, это же охуенно. Чёрт. О, это, короче, зазеркалье, жажа. Охуеть! I better go check it out. О, ещё можно обратно, наверное. Ну да, я читал, что здесь будут всякие замесы там с переходом в иные миры.
Потому что мелкие дети все такие ёбнутые, они слишком себе много воображают, блядь. И даже могут, блядь, телепортироваться. Это, наверное, артефакт какой-то. Что? Окей. Я не хочу в печь, я же не еврей. Блядь, ну ладно. Эй! Толкай эти ебучие кирпичи. Наверное, нужно раскидать. Да? Окей, так ты пролезешь? Нет, блядь! Конечно же, нет. Чё, меня заживо сожгут? Не говоришь, что мне нужен... Ладно, похуй, полезем в печь. Геноцид, короче, детей и все такое. Е-е-е! Ну, я думаю, на этом будет все. О, короче, у меня сейчас игра вылетала, и пришлось заново опять сюда все доходить, потому что я опять забыл, что загрузка вылетает с фрапсом. Окей. Блин, какие-то мы слишком дохуя крупные, по-моему, нет? Или это просто тень? Короче, великан. Е-е. Напоминает Алису. Элис Мэднес Ретурнс. Там был уровень такой, он же был топтать всех. Было охуительно. Так, не дай бог, что я опять... Я просто... Не знаю, где-то загрузки, блядь, если так будет постоянно. Ну, в принципе, я сейчас до этого момента дошел минут за 5, да. Потому что я уже все знал. Короче. Ты? Что? Что? А-а-а. Блядь, Мишка нам откроет дверь, короче. Это как Капитан Прайс, только Мишка. Охуительно. Да ёб твою мать, откройся. Блять, слишком солнечно здесь. Сейчас я успел, по-моему. Это заставка, ебать, она лагает, как хуй знает что. Но я не знаю, может быть фрапс, а может просто лагает, как хуй знает что. Главное, что я успел наебать систему. Я надеюсь очень на это. Не хочу опять заново все перепроходить. Правда, ты сейчас пишешься? Я очень надеюсь, короче. Куда ты, блядь, идешь? А, ну это, наверное, что нас ждет в дальнейшем, это, наверное, собственно говоря, конец. Сейчас нужно не прибавить момент, когда будет загрузка, чтобы найти. Ха, вау. Нужно успеть вырубить. А, ну да, спасибо, чё. Я успел вырубить, да. Она не вылетела. Ну что могу сказать, конечно, интересно тогда, но... это никак не может быть страшно. По крайней мере, в этой альфа-версии. Один всего был внезапный момент с этим сплайсером, как я его назвал, мне реально похож так. Чуваков из башок этих, которые упарывались слишком тониками. Короче, хуйтой. Буду ждать разработчиков более-менее сносной оптимизации. И меньше вылетов, потому что она мне даже сейчас и без фрапс вылетал два раза, и вообще она заебала насчет этого. Мало того, что не идет на XP и на всем остальном, только семерка, листа, и еще умудряется ебом таким делать. Так что, с вами был JS, это был Among the Sleep, альфа-версия. Не знаю, когда еще увидимся, родственники, по-моему, сваливают 6-го, может, после 6-го буду что-нибудь еще запиливать, может, что-нибудь из старого пройду, потому что пока что на горизонте не вижу никаких стоящих инди-проектов. Такие дела. Ну что ж, всем спасибо, всем удачи. На сегодня серию завершим, а в следующей серии продолжим. Так что, всем спасибо, всем удачи, чуваки. Сейчас слово почта выходит, ты нажал Exit, Quit, блять, ну и где мой Quit?